Всем привет, ребята, с вами Маша, и в этом видео у нас распаковка. К сожалению, я заболела, и вы могли это понять по прошлому видео, но сейчас мне уже немного лучше, и я уже как бы могу разговаривать. Был Новый год, я думаю, это понятно всех с прошедшим. Был Новый год, и как бы... На праздники дарят деньги некоторые родственники. И, значит, на эти подаренные деньги, еще на накопленные деньги, я себе купила несколько вещей с Озона и Велбика. И, конечно, они шли в разброс, но я решила запаковать все в одну коробку из подобию, чтобы вам было приятнее смотреть. Ну, а мы начинаем. Значит, вот, что мы имеем. Такая коробка. И вы не подумайте, там далеко не три вещи. Просто сейчас это верх. На самом деле, мне пришли почти все вещи, кроме одних сережек. Но Озон перенесли доставку, а если они перенесли доставку, то это не к добру. Но когда мне придут эти сережки, я засниму вам короткое видео и покажу их. Ну а мы давайте начинать. Давайте мы начнем с мелкого. Это вот такая расческа. Авокадо. Давайте лучше возьмем ножницы. Вот такая расческа с милым авокадиком. Там еще была с клубникой белая, но она кончилась. Это расческа с зеркалом. Вот. Вы можете увидеть меня в этом зеркале. И вот так вот. Выдвигается расческа. Мне она нужна в школу, так как я часто хожу со всякими хвостиками, а хвостики могут путаться. Я взяла такую маленькую расчесочку с зеркалом, потому что, чтобы большая расческа не занимала место в рюкзаке. А мы ее пока положим сюда. Хотя ладно, давайте в другое место. Так, теперь давайте откроем этот пакетик фиолетовый. И в этом фиолетовом пакетике у нас такой финал или косметичка. Упаковывал с любовью Костя. Оставьте, пожалуйста, отзыв, ему будет очень приятно. Оставим, хорошо. Вот что мы имеем. Это вот такая косметичка с ромашкой. Даже не знаю, как ее выпрямить. В общем, наверное, туда надо что-то положить, чтобы ее выпрямить. Я знаю, что могу туда положить. Пока что я положу туда вот такую расческу. Потом коллекция будет пополняться. Вот, классная косметичка, мне нравится. Дальше, вот, давайте откроем вот эту вот. Такой пакетик. Даже не знаю, как его открыть. Тоже ножницами. Mm-hmm.
вот что мы имеем. Это такие небольшие тетрадочки для школы в в линейку, кажется, да. Вот есть такая с оленем, еще такая же с совой, еще с совой. Тут русский алфавит. Это с таким медвежонком, и это тоже с медвежонком. И тут еще нам положили подарочек. Вот такой вот миленький блокнотик с ежонком. О, тут даже такие листики. В общем, очень милый, классный, мне очень нравится. И карточка. Спасибо, что выбрали нас. Итак, давайте смотреть дальше. Коробка уже у нас полегче. И давайте распакуем вот, что у нас тут. Эта вещь мне пришла самой первой. С Велбикана, в общем. И очень так плотно запакована. Так, это... Ну, отсканируйте меня. Интересно, ладно. И вот, что это такое. Это блеск, увлажняющий блеск для губ. Вот он сам. И такой тинт, как будто подарок. В общем, очень классная вещь. Там было несколько выборов. Рандомный мог попасться. Вот такой вот он. Сейчас протестируем. Вот такая вот красота. В общем, очень полезная, классная вещь. Тоже положим в косметичку. Так, идем дальше. Давайте возьмем... Ну, давайте вот это, с маленького. В общем, это такой медвежонок. Сейчас узнаете, что это. Вот он такой, Мишутка. Это точилка для карандашей. Такая небольшая и милая. Итак, идем дальше. И теперь большое. Это вот такой пенал, новый пенал для школы. Вот что мы имеем, он даже в кадр так вот не особо помещается. Тут есть такой кармашек. Я еще сама его не видела. Вот он открывается. Это для ручек, карандашей и так далее. Тут тоже что-то можно положить. В общем, много кармашков таких. Да. Это тоже перелистывается. Ну, это участвуйте в программе. И тут тоже можно, я так понимаю, много всего положить. А это что? Тоже какой-то отсек. А. Скажите, что это? А, он типа расширяется. Да, ребят, короче, это чтобы он как бы становился длиннее, шире, толще, вот. И тут такой отсек, такая застежка специальная есть. В общем, классный пенал.
тоже думаю, как-нибудь его соберем, и я пойду в магазин канцелярии. Почему бы и нет? В общем, лайк. А у нас тут осталось всего немного. Давайте мы распакуем вот это. Я думаю, вы уже знаете, что это такое. И объяснять не надо. Это вот такая вот новая линейка. Это у нас с цветочками и с надписями. Лайк. Ну и последнее, что у нас осталось на сегодня, это вот такие классные закладки с Велбика. И снова хочу в Париж, хотя в нем не была ни разу. Я тоже. Пока арена. Рецепт счастья. Берем меня, любим, обнимаем и ни с кем не делимся. Вот, поняли? Рецепт счастья. Вкусняшек много не бывает, это точно. Вот такой, такая закладочка. Лайк. Что ж, ну а на этом было все. С вами была, как всегда, я, Маша. Но я всех сильно-сильно люблю. И всем пока.